Приветствую вас, друзья. Ну что, с утра жаркий день, потому что с 9 часов наяривают команда больших долгов, которая подгорает жопа вместе с червяком, который сейчас находится, судя по всему, в Нью-Йорке. В общем, через океан он, судя по всему, орет и требует, чтобы нам закрыли рот. Потому что последние два видео, которые мы пока приостановили, они требуют снять и грозятся всеми правдами и неправдами закрыть вообще весь канал. А возможности, судя по всему, у них такие есть, поэтому мы открываем другой канал. Канал «Либертарианец», где вы сможете видеть гражданские права, по сути, то, за что я стою, за правду. Я не хочу, чтобы мне врали большие долги и червяки. Я не хочу, чтобы они наезжали на бизнесменов. Я не хочу, чтобы они пользовали как шлюх прокуроров и следователей то, что они делают. И я не хочу, чтобы они пользовали суды. Ну и потом мы отправились уже в суд. Апелляционный суд города Киева на 10.30 повестка была. Это апелляция, которую подал прокурор Печерского района, который ведет это дело, Махненко. Сам прокурор в суд не явился, и суда не было, потому что его перенесли на понедельник. Сегодня с 10.30 я прибыл вовремя в апелляционный суд. Мы прождали до половины 12-го, когда нам объявили о том, что прокурора не будет. Прокурора, вдумайтесь, Дыни, он же Махненко, который требует запобежного Захида, который говорит о том, что бегает за Балашовым по всему Киеву, ищет его, разыскивает. Человека, который каждый день в Ютубе и каждый день вещает из одного места, то есть из своего офиса, и живет понятно где, по какому адресу. Так вот, этот Махненко не явился в суд, в апелляционный. То есть, короче, они это дело сфальсифицировали исключительно для того, чтобы, как они считают, выматывать меня походами в суд. Поэтому он и не явился. Короче, этот самый Махненко-прокурор не уважает наш суд. Он не уважает районный суд, куда подает сфальсифицированное дело, проигрывает его и потом подает апелляцию. Он не уважает апелляционный суд. Для начала он подает фиктивную жалобу и сам не является по этой жалобе, для того, чтобы переносили это дело дальше, а я являлся в суд. Ну, а мы будем использовать походы в суд для того, чтобы что? Раскручивать либертарианские идеи и указывать на червяков 90-х. Так им важно это дело, потому что главная задача этого дела – это постоянно вызывать меня во всевозможные допросы, подозрения, короче, чтобы я занимался делом. Ну, так как я пенсионер, либертарианец, в общем-то, я это буду все превращать в пиар. И вот я иду к Кавуну. Знаете, это следователь такой. Это не кличка, это фамилия. Кавун. Кавун – это такой человек с круглой головой, который ждал меня на вручение расширенной пидозы, как он рассказал, или переделанной пидозы. И я туда пришел. Мы прибыли в РОВД на допрос к Кавуну. До преступника Кавуна добавляйте там. Преступник Кавун, тут же вы? Пора спасать город от коррупции. Коррупция в Печерском РОВД не доказана, но процветает. Наша задача установить преступников и сдать их полиции. То есть призвать закон. Прокурор Махненко и следчий Кавун продолжают натягивать сову на глобус. Редкий кадр. Кавун и кошка. Кавун вообще исполняет циркач. Наконец-то выяснил мой адрес проживания, хотя я здесь в одном квартале от него проживаю. Искал полгода, бедняга, весь в мыле. Да, а вот что самое интересное, вот у него в кабинете мой портрет, и они всем отделением на него дрочат. На очередном допыте мы устанавливаем, где все-таки я проживаю и где я прописан. Мы подсказываем следующему Кавуну, что все это есть в материалах дела, которые он мне всучил. Особенно в протоколах обысков, которые сфабриковали следующий Кавун, прокурор Махненко и подписал судья или принял судья Писюнец. Ну и когда мы выходили, конечно, случилось самое интересное, потому что Кавун бежал за нами, как бы провожал, я думал, дань уважения, а оказывается, у них заговор, и весь этот допрос длился только для того, что они вызвали и ждали другого следака уже с налоговой
полиции, которая должна быть распущена уже в сентябре, так этот следак, значит, пришел и тоже дает повестку на вручение подозры. Как видите, конфликт с большими червями расширяется в диапазоне. Вот уже налоговая полиция подсоединила... Милиция, да? Они еще в январе начали дело по заявлению этих же людей. Они сфабриковали. И он фабрикует свое новое дело, поэтому прибежал сюда, договорился с прокуратурой, ждал меня возле машины, так сказать, и сказал, что вручает вот повестку. Вот такая у нас полиция. Слава богу, что их распускают, по-моему, в сентябре. Но они еще успеют подзаработать. Вот зарабичанин очередной. Хочет заработать очень, да? Зарабатываешь? Повестка про выкуп, манту, подозреваемый. Я уже подозрил. Уже все Печерское РВД плюс налоговая полиция охотится за одним человеком, чтобы только сфабриковать против него дело. И вот такие вот у нас дела. Ну, а я вынужден сейчас ехать, потому что у меня по расписанию еще тату-салон. Ну, а дальше в 20:00 подвиг. А вы смотрите новые видео на нашем канале и подписывайтесь на либертарианца. Лайкайте обязательно. Помогайте либертарианцам отстаивать свои права, потому что очень важно, чтобы наши граждане не боялись полицию, не боялись прокуратуру и всегда верили в то, что если вы правы, вы докажете свою правоту. И я на своем примере хочу вам показать. Против меня сейчас вся Печерская прокуратура, весь Печерский РВД, налоговая полиция, суды, но... А, еще БИХ. Нет, БИХ. Долги, которых мы называем БИХ долги, и червяки из 90-х. Короче, на нашем канале становится жарко. На либертарианском канале будет еще жарко. Подписывайтесь на либертарианца. Ну и на меня, Геннадия Балашова. Пока канал не грохнули. Ну а там дальше посмотрим, что делать. В общем-то, война только разгорается. И у нас на канале очень жарко. Но что самое интересное меня удивило. Для чего Ковун повесил портрет Балашова у себя в кабинете? И что делают следователи с этим портретом? Зарабатывайте. Присоединяйтесь.